На участке по адресу генерала Бочарова 14А выгнали наблюдателей. Их попросили покинуть заседание комиссии в грубой форме. По их словам, придя на регистрацию, глава комиссии выгнала их с участка. Попасть на собрание наблюдатели смогли лишь после приезда юриста. Мы тут все сидели, уже сели на стульчиках, приготовились себе молча, тихонько наблюдать. Вышли вон все отсюда. Когда все начали удивляться, почему, в честь чего, мы имеем право. Я сказала, вышли, вы будете мешать работе. Я бы хотела посмотреть на сейф. Как там, сколько их, чтобы нам объявили, как это положено сделать. Члены комиссии говорят, что наблюдатели на собрании присутствовали. Глава комиссии отрицает факт грубого обращения с наблюдателями и считает это провокацией с их стороны. Никто не грубил, вон никто не посылал его. И всех остальных тоже. После того, как произошло у нас собрание, мы всех их пригласили на вскрытие сейфа. Чем они были недовольны, я не понимаю.